Здравствуйте! Сегодня будем делать запеканку из картофельного пюре. Для этого нам понадобится форма, которую мы немножечко смажем маслом. Далее выкладываем картофельное пюре. Можно использовать вчерашнее картофельное пюре, которого вы сделали много, и оно у вас осталось. Когда я делала пюре, я в него добавила молоко и сливочное масло, больше ничего. Теперь мы сделаем углубление, потому что сюда мы будем вводить яйца. Прибор я уже включила, он нагревается. Подровняем. И будем запекать 10 минут. Пройдет 10 минут, мы посыпем еще по краям натертым сыром. Я запекать буду в пиццемейкере. Он нагрелся. На 10 минут ставлю таймер. Прошло 10 минут. Теперь натертый сыр мы будем раскладывать сверху. У меня сыр сулугуни. Я разложила сыр и немножечко присыплю паприкой. Теперь я закрою и через 5 минут выключу прибор. Моя запеканка готова. Попробуйте вернуть вашему пюре, которое вы готовили накануне, вторую жизнь. Это вкусно. Я немножко припорошила сухой зеленью, совсем-совсем чуть-чуть. До свидания. Спасибо, что были со мной. Всего вам доброго. Пока-пока.